Из нашей огромной банки Play-Do вышла вот такая коробочка, такой набор Play-Do. Play-Do у нас Star Wars. Тут нарисован у нас звездный истребитель. По-моему, это тысячелетний сокол, каменчик, вот здесь вот. На нем звездные войны. Вот раз, два, три, четыре. И ихний враг Дарт Вейдер. Что здесь у нас еще в коробочке? Разные формочки. Я так понимаю, что в этих баночках сам Play-Do тесто. Да. Из них можно будет, наверное, что-то лепить. Сейчас Каминчик откроет нашу коробочку. Держи. Вот здесь вот скотч. И надо немножко сделать надрез большой. Надрезай. Опа, давай мне ножницы. Все, открываем наш наборчик. Будем смотреть, что там внутри. На коробочке очень интересные картинки. Все так круто нарисовано. Я думаю, что набор должен быть очень интересный. Так, смотрим. Что у нас там выскочило такое интересное? Банки Play-Do. Так, первое, что нам попалось, это банки Play-Do. Они такие миниатюрные. Так, вот они все наши звездные войны. Формочки это два. Так, формочки? Да. Формочки. Какая-то антенка. Ладно, разберемся. Далее. О, самое главное, это у нас атрибут нашей игре. Это звездолет. Давай посмотрим. Тысячелетний сокол. Да, наш любимый, Каминчика любимый звездолет. Вот такой вот он прикольный. Да, здесь у нас получается, значит, формочки. В эти формочки мы будем вставлять Play-Do и лепить оружие. Катапульта нажимается. И бомбы взлетают, и вражеские. Наверное, вот здесь вот. Что здесь? Всякие какие-то прибамбасы космические. Здесь у нас отсек для того, чтобы загружать тесто Play-Do. Да, так получается, это все зажимается, и здесь у нас будет выходить какая-то фигурка. Я так понимаю, что это имперский истребитель. Да, здесь тоже космическое оружие. Что там у тебя? Покажи. Знаешь, что вот это запас оружия. Это запас оружия. Как классно. Так, ну что, тогда начнем собирать наш космический корабль. Откроем нашу... Он уже взлетает. Наш мешочек. Так, мешочек я открыл. Так, что у нас здесь? У нас здесь локатор. Держи, антенна-локатор. Поставь ее куда-нибудь. Так, это у нас что такое? Космическое оружие. Это у нас какой-то лазер. Это тоже пистолет. Пистолет. Еще один пистолет. Пистолет. Открываем наши баночки. Первый у нас вышел. Это Хан Соло. Ставим его сюда. Следующий. Кто у нас тут? Принцесса Лия. Так, следующая баночка у нас. Люк Скайуокер. Такой прикольный чувак. Улыбается. Брови нахмурены. Видно сразу настоящий космический воин, да? Кто там еще? Чубака. Чубака. Да, прикольный Чубака. Друг Хан Соло. Друг Хан Соло и друг нашей сестрички Амины. Потому что мы как-то в обзоре открывали ей игрушку. Фубаку, да? Помнишь? Чубака с Фубакой, смесь. И у нас Дарт Вейдер. Дарт Вейдер враг. Так, что враг он? Всех их. Да, такой цвет у него розовенький, красный, алый, красный цвет. Так, понятно. Твой меч такой. Сейчас будем делать звездное оружие. Так, для того, чтобы нам сделать звездное оружие, нам понадобятся вот такие формочки. Вот формочки. Будем делать всякие бластеры, всякие там мечи, по-моему, да? Так, ну что, давай тогда выберем любой цвет. Давай выберем голубенький. Открываем цвет голубенький и сделаем голубенький меч. То есть папа, не меч. Что это за формочка? Так, сейчас посмотрим. Это формочка, по-моему, для изготовления имперских вражеских истребителей. Ай, опс, что? Смотри. Так, готово? Круто, смотри. Космический маленький бластер. Пью, 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 пью. Держи.
Вот такой вот у нас получился револьверчик для нашего Хан Соло. Классный, да? Смотри, как будто реально он держит его. Прикольно, да? Так, Хомичек говорит, что вот этот мощный. Сейчас посмотрим. Так, Чебака, придется использовать твою волосатую смесь. Чебака у нас волосатик. Так. Волосатик, Чебака волосатик. Чебака волосатик, Чебака волосатик. Так. Смотри, Хомичек, готово? Ура! Такой прикольненький, смотри, с лазерным прицелом. Чтобы не промахнуться. Меч сделаем Дарт Вейдеру. Возьмем розовенький цвет. И бах! Так, а где у нас меч? А, меч у нас здесь, с этой стороны. Так. И сделаем вот так. Оп. Так, меч готов. Вот он. Я хочу сражение. Вот сюда. Вот. Как он дышит в фильме, ты помнишь? А почему? А у него потому что там аппарат какой-то, дыхательный аппарат специальный. Он получил какие-то ожоги, и поэтому он вот так вот разговаривает очень тихо, шепотом. Так, я хочу драться. Так, делаем меч нашему Хан Соло. Так. Меч готов. Сейчас я не буду драться. Сейчас я не буду драться. Сейчас будет драка. И драка будет серьезная, да? Так. Прилепляем наш меч. А это? Все, а прилепили. Это? А это кому? Смотри. Вот они. Я хочу битву. Сейчас будет битва. А давай как будто я стрельну. А, ты нас убил двоих. Обоих. Так, сейчас будем делать вражеские истребители. Так. Закрываем наш трафаретик. Давай, помогу тебе. Я нажал очень сильно. Так, открываем. Вылетай, дружище. Ты получился очень даже прикольный. Прикольненький. Такой, да, он классный. И самое главное, хорошенько придавить. Если хорошенько придавишь, то излишки очень хорошо отходят. Вот такой получился у нас космический корабль-истребитель, чем-то даже похож на тысячелетний сокол. Я так понимаю, у него здесь вот кабина управления. Ты правильно держишь. Ты вот так, наоборот? Да. А, это нижняя часть, да? Ну, да, все равно это они, мотор. Наверное... А, это двигатель. Держи. Добавляем Play-Doh. Так, заполняем нашу формочку как следует. Гараж. Да, не забывай, что мы должны запастись оружием. И в конце у нас будет серьезная звездная битва. Так, я формочку заполнил. Давай. Что? Нажимаем. Помогай мне. Давай. Опа. Еще чуть-чуть сильнее. Чем сильнее нажмем, тем лучше будут выходить наши излишки. Опа! Оп, давай, вылезай, дружок. Вот такой вот получился у нас. Прикольненький он. Так, излишки отходят хорошо. Так. Просто мы его хорошо. Хорошо, прижали его как следует. Конечно. Так, вот он у нас получился вот такой. Пап, смотри, пап. Пап, смотри, папа. Вот.
врезался. Нос погнул себе. Для Бомбочки у нас специальное место есть. Да, это Биби Трой тут сидит. Бомбочка для нашей катапульты. Сейчас посмотрим. Оп, зажали. Бас! Достаем. Нос. Да, это бомбочка для нашей катапульты. Вот такая вот бомбочка у нас получилась. Я стою. Был не прав? Кладем в сторону. Так. Следующую бомбочку. Какого цвета мы сделаем? Давай сделаем желтый. Так. Делаем нашу бомбочку желтенькой. Идеальная. Да, вот она. Как пуля. Все. Так, загружаем наших бойцов. Чубакка, ты иди сюда. Чубакку загрузили. Дальше. Кто там у нас? Люк Скайуокер. Поставь его рядом с Чубаккой. Так. Кто еще? Принцесса Рей, ты иди. Так, кто у нас остался? Хан Соло. Готово? Итак, сейчас у нас будет битва. Битва у нас будет с вражескими войсками. Вот они. И с Дарфейдером. Я хочу битву. Так, сейчас загружаем нашу катапульту. Загружай нашу катапульту. Давай посади его куда-нибудь туда. Так. 3, 2, 1, огонь! 3, 2, 1, огонь! Попал! 3, 2, 1. 1 вражеский истребитель подбит. Подбит! Прямое попадание! Ура! Вы победили, ребята! Теперь он точно полететь не сможет. Без да, этой он штуки. Все время будет падать на землю. Да, он только вот так. Только так. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Всем пока!